Мы слишком мало времени проводим вместе. Я бы и в работе тебе могла чем-то помочь. Ты что, ты мне можешь помочь в работе? Переложить бумажку с места на место. Если тебе скучно, то запишись куда-нибудь. Знаешь, я думаю, нам уже нечего будет обсуждать. Я соберу твои вещи. Нас по осени уносит ветер беспосадочный. Алло, мам, можешь приехать? Я хочу пройти твой тренинг. Я категорически не хочу начинать все сначала, поэтому мне нужна ты не только как мама, но и как психолог. И если мы не будем любить, пробовать это, мы не встретим своего человека. Лучше любить и получать боль, чем остановиться, закрыться. Иначе ты как узнаешь, если ты не попробуешь? Лучше попробовать и пожалеть, чем не пробовать и жалеть, что не пробуешь. Меня зовут Маша. Меня Денис, очень интересно. Приятно познакомиться. Не говорите. Привет. Привет. Вот наконец-то мы с тобой встретились. Да уж, пора было. И поэтому разлука это и есть, что ты пришла на свидание, поговорила, оставаясь самой собой, а на следующее утро его либо тянет к тебе, либо нет. Ну а по поводу бывшего, сама ты что думаешь, почему расстались, что не так-то? Ой, честно говоря, этот вопрос для меня до сих пор остается загадкой. Отношения между двумя половинами – это очень важно. Если один капризничает, а один… Ну, по-любому кто-то должен уступать. А если два вот так, то получается война. Маша, кстати, какая у тебя цель? Ну-ка, расскажи. Хочу, наверное, изменить жизнь. Ну и как все, найти своего единственного, с кем мне будет хорошо.